Они хранители традиций и истории, защитники правопорядка и, несмотря на свою аутентичность, прекрасно вписались в современное общество. 2 февраля для ставропольских казаков важная дата. 29 лет назад в этот день был образован первый учредительный круг казаков города. Сегодня казачество – сильная и самостоятельная структура, которая оказывает неоценимую поддержку не только Ставрополю, но и всему краю. Они проводят образовательные встречи с детьми, учат истории, передают традиции, тренируют. Помимо этого, казаки участвуют в сохранении порядка в городе и помогают бороться с преступностью. Мне вот докладывали вчера, что вот буквально там несколько дней назад казачья дружина совместно с полицией накрыли еще одну группировку наркодельцов, причем на квартире. Ну, что я могу сказать, молодцы-то. Праздник в честь первого учредительного круга казаков Ставрополя прошел с традиционными песнями, молитвой и поздравлениями от первых лиц города. Также прошло торжественное вручение благодарственных писем и нагрудных наград за заслуги перед городом и казачьим движением. Следующую юбилейную годовщину первого учредительного круга казаков Ставрополя в 2021 году планируют отметить большим концертом, в котором примут участие казаки со всего региона. Алексей Кравченко, Александр Власюк, АТВ «Ставрополь».